привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Павел. И сегодня в рубрике «Первый взгляд» мы посмотрим с вами недавно вышедшую игру, если быть точным, 25 октября. Это игра под названием Enslaved Odyssey on the West. Или же, если в русской локализации, это звучало бы как «Порабощенный путешествие на запад». Так, ну что, давайте начинать. Пару слов, прежде чем мы начнем, собственно, наше новое путешествие. Ну, во-первых, это игра в жанре adventure, это action с весьма неплохим сюжетом, насколько я знаю. Данная игрушка выходит в свет не впервые, то есть она была выпущена уже на консоли, в частности на Xbox и PlayStation 3. В 2010 году, а сейчас она была выпущена на ПК и на версию PlayStation 3 как Premium Edition. Вот, то есть, по сути, мы получаем плюшки за ожидание. Как это вошло в моду у нынешних разработчиков игр. Вот. Ну что, давайте, собственно, начинать. Насколько я знаю, это все-таки приключенческий экшен с слэшер механикой, и, по-моему, здесь у нас два главных героя, если я не ошибаюсь. Так, что мы будем? Давайте на нормале, в принципе. Так, это перепишет вас последний чекпоинт. Да, и ладно, не страшно. Какая-то масочка у нас тут. Да, кстати, игра пока что на английском языке. Насчет локализации пока не уверен, ребята. Видимо, та же ситуация будет, что и с The Walking Dead. Глава первая. Побег. Я постараюсь переводить для вас. Добро пожаловать на арабский корабль 909. Место назначения – пирамида. Has 16 часов, короче, путешествия в нечеловеческих условиях. Короче говоря, пропаганда, что вы никто и звать вас никак. Девушка. Девушка, вытащи нас. Ты что-то знаешь? Ты что-то можешь? Критическая температура. Короче, целостность корпуса 30%. Короче, мы, я не знаю, на каком-то корабле, я не знаю, лодка, что это, поезд. Короче, мы на транспорте. Выпустите нас, пожалуйста. Яйцо вывалилось. Так, ладно, давайте выбираться из этой капсулы, на самом деле, потому что... И музыка из Терминатора должна быть на этом моменте. Но ее нет. Так, ну и судя по всему, это наш главный герой, как я понимаю. Как его зовут, правда, я еще не знаю. Дело. Опять же, об этой игре я не знаю ровным счетом ничего, ребят. Так, что БС провис как-то. Отлично. Оу. Так, давайте сваливать двери с Fallout. Боевые машины, что ли, активировали? Она что такое сказала? А парень, который сказал, что мы сбежали, погиб смертью храбрых. То есть его придавило. Нужно в руки торчат. Тихо. Что-то FPS вообще проседает. Страшно. О, видите, там пытаются сбежать. Но не все такие везучие, как мы. Персонаж у нас какой-то, не знаю, ну реально, Шварценеггер. Бегает, прыгает, ему вообще пофиг. Вау! Да что ж тут все вообще развалилось? Девушка, стой! Девушка!
Ты что-то знаешь. Ты почему-то нас не захотела спасать. Ничем не могу помочь, ребята. Сами за себя. Каждый за себя. Alert. Hull breach. Alert. Hull breach. Короче, все повреждено. Все очень плохо. Сваливаем. О, Assassin's Creed. Такая довольно простенькая механика, то есть промахнуться мы не сможем. Вау, господи, да что ж тут происходит-то? Вообще что-то уже несусветное. Эгорь, ты куда идешь? Так, сваливаем. Вау, 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 вау. Черт, черт. Воу, что-то отвалилось, походу. И мы вместе с ним. А, держаться. Чё? Чё делать? Так, ладно. Сваливаем. А, нет, куда? Вот сюда, да. Вот сюда. Пойдем. Вправо. Тихонько. А, господи боже. Меня же унесет. Скейпод. Короче, говорит, спасательные капсулы готовы к отправке. Что, куда? Что? А, о, вижу. Допустим. Допустить, так, ладно. Вау! Мне кажется, высоковато. Блин, а где мы, интересно, летим? Мы над таким-то, не знаю, океаном, что ли? Над Тихим океаном, что ли, летим? Стой! Вау! Да, кстати. Короче, я, говорит, с этой хренью сейчас не справлюсь. Надо, говорит, сваливать. Так. Где, говорит, моя снаряга? Снаряга, говорит, где моя? Которую от меня отобрали. Я не могу тебе сказать. Говорит, таковы правила. А в отделе, в этом, говорит, на складе. Раб, короче, под таким-то номером помог заключенному в побеге. Короче, команда уничтожить этого раба, к чертовой матери. А терминация завершена. Блин, слушай, удобная вещь. Будь я диктатором, я всякую себе тоже завел. Вешал бы на подчиненных. Но тем не менее, я не диктатор и. Я не такой жестокий. Он говорит, мой мотоцикл. Тут, говорит, мои вещички. Ага. Перчаточки. Вау. Щиты активированы. Отлично. Вау. Вот это уже интересно. Палочка-выручалочка, значит. Окей. Let's deal with that back. Ладно, говорит, давайте покончим с этим мехом. Да, кстати, забыл сказать. Насколько я понял, данная вселенная у этой игры, то есть это не одиночная игра, а, скорее всего, эта игра будет причислена к серии игр, ну, к своей собственной вселенной. Действие, как я понял, происходит в постапокалипсисе, что ли, что-то такое. А, щиты! Скотина! Воу! Разлетелся. Так, ну, слушай, система повреждений в этой игре мне нравится. Пока что. Так, щиты, главное, нас прикрыли. Боевые роботы все еще активны. Хорошо. Запомним это. И не будем их тревожить. Блин, немножко не вовремя. Че? Нажмите левый shift, чтобы блокировать, чтобы блок поставить. Ага. Давай. Давай. Иди сюда. Иди сюда. Thank you.
все. Еще один. Так, чтобы увер... Ай, я ж нажал. Да ведь все, что ты можешь. Так, ладно, двое. Escape pod 7 launched. 6 pods remaining. Седьмая капсула спасательная была отстрелена. Осталось 6. Так, мы летим, кстати, где мы летим? Если над океаном, то... Так, мать твою, ты говоришь, что прикалываешься надо мной, что ли? Что? Вау! Больно! Так, какого хрена? Ау! Ау! Все печально и грустно. Все очень печально и грустно. Так, еще. Что? Сильная атака. Засранец. Чуть нас не убил. Так, ладно, давайте на самом деле поторопимся, а то сейчас спасательных капсул не останется. Открой эту дверь! Открой эту дверь! Ах ты ж... Непереводимая игра слов. Культурно непереводимая игра слов. Так, какая у нас посудина-то? Меня с какого хлама ее собрали? Так, ладно, у нас что-то отвалилось. Так, что теперь? Ладно. Попробуем так. В принципе, ветра нас не сносит, поэтому все нормально. Как я уже говорил при прохождении Resident Evil Zero, то когда мы летим на чем-то массивном, законы физики действуют точно так же на нас, как и на это самое, на чем мы находимся. Отдельно нас ничего влиять не будет. По сути, нас не должно быть. Разве что только ветра. Порывами ветра. Блин. Этот страшный взгляд приснится мне потом во сне. Очень страшно. Не знаю, конечно, но этот персонаж чем-то мне напоминает Александра Пушного. Может быть, Александр Пушной пережил постапокалипсис, перестал вести Галилео и наконец-то занялся этим делом и пошел в качалку? Может быть, все возможно. Так, вот, все как горит-то, а? Тем не менее, мы уже на другой стороне. О, успели. В самую последнюю секунду. Ну-ка. Главное не упасть. Падать высоко, и там могут быть... Акулы? Добро пожаловать в Америку, я понял, где мы. Мы над Атлантикой летели, если что. Это как хреновина падает, надо поскорее в спасательные капсулы. 3 осталось, 4 улетело. Так, что, куда, куда? Нет, нет, нет. Что, где, кто, почему? Там не сюда? Там не сюда. Открываем. О! Отвалилось что-то. Что-то реально отвалилось. Знаете, это тот случай, когда надо быть аккуратным. Да, это на самом деле тот случай, когда надо быть аккуратным. Ладно, полетим боком. Не страшно. Нет, на самом деле страшно. Я передумал. Так, что это, Empire Steel Building? Хрен с ним.
Надо сваливать. Empire State Building, до свидания. Нет, я жить хочу. Чёртово здание. Чуть не убило меня. Сваливаем. Так, далеко нам? Ага, вот капсула, вижу. Улетела, зараза. Последняя осталась. Последняя, говорит, осталась. Ладно. Давай, говорит, давай, придурок. Идиот. Через 20 секунд она стартует. Давайте, давай, залезай. Блин. Опять эта девчушка. Открывай, открывай. По-хорошему. Отворяй. Ломай, ломай эту дверь. Точнее, стекло. Нет, говорит, не делай этого. Приземление будет очень болезненно. По крайней мере, для тех, кто на борту. Как-то капсула странно полетела. О! Вау, это было больно. Знаете, ему еще повезло, что ничего не оторвало. Так. А я как понимаю, мы прошли первую главу, видимо. Да. Глава вторая. Старый город. Смотри, олени. Прям как в фильме «Я легенда». Там тоже все заросло травой. Но там не было роботов. А тут роботы. Я, правда, не очень понимаю пока, что тут за постапокалипсис. То есть, как в «Терминаторе», что ли? Тогда странно, почему тут животные, все прям заросло растительностью. Так. Сидит. Рассиживается. Нет, чтобы первую помощь оказать. С таким видом. Ты. Ох ты, господи. Моя, говорит, голова, говорит, раскалывается. Это, говорит, короче, говорит, рабский шлем на тебя одела. Ты, говорит, это делает на меня? Дай объяснить. Сними эту хрень с меня, нахрен. Примерно так он сказал. Нет. Нет? Что думаешь, я шучу, что ли, с тобой, шутки? Да, капец. Вот, господи, это работает. Команда, говорит, пошел вон от меня. Какого хрена ты творишь? Я, говорит, взломал этот шлем. Он, говорит, реагирует на мои голосовые команды. Короче, датчики боли работают. Я, говорит, тебя убью. Ты, говорит, не сможешь. Если, говорит, мое сердце остановится по неважно по какой причине, то, говорит, летальная доза, короче, будет тебе дана электрошока в голову. Если я умру, ты умрешь. Да. Зачем? Мне, говорит, нужна твоя помощь. Короче, говорит, я не отсюда. До моего дома, говорит, 300 километров. Одной мне не дойти. У меня, говорит, к тебе сделка. Верни меня домой и, говорит, ты пойдешь на все четыре стороны. Похоже, говорит, у меня нет выбора. Ни у кого из нас. Извини. Ладно. Пошли.
такой, знаете, хлипкий альянс получается. То есть бабенка нас уже два раза, считай, кинула на этом корабле, а теперь с нами, еще решила попользоваться. Это команда, оставайся со мной. Что она там все химичит-то? Интерфейс появился. I've hacked the headband to give you visual feedback. Говорит, я взломал твой шлем, чтобы ты мог видеть показатели свои. Твой, говорит, голос. Похоже, что кому-то он у меня внутри головы. Да, через гарнитуру подается. Говорит, да чтоб еще тебе. Только этого не хватало. Ты, говорит, будешь получше, когда мы тебя подлатаем. Аптечку взяли. Подлечились. Так, и, собственно, что? Подлечиться-то мы подлечились, а что теперь? Пропавший? Обалдеть. Довольно много пропало, я смотрю. Это выход? Спросила. Так, короче говоря, нажмите среднюю кнопку мыши, чтобы следовать за вашим захватчиком, как это, преследователем, не знаю. Вот. Так, и, собственно, что теперь? I think this must be a drawbridge. Must be to keep Max out. There are some controls here. Спасательная зона, короче. Что-то я... Говорит, с этой стороны открывается, а вот с той нет. Можешь, говорит, перебраться и помочь? Ну, у нас, по сути, нет выхода. Будь осторожен. Конечно. Поймала меня, понимаешь. Мехи, говорит. Потише будь. Не сдавай, говорит, много шума. Походу они где-то здесь. Ладно. И, кстати, насколько я понял, в игре кооперативом и не пахнет, поэтому персонаж у нас будет один. Это будет какая-то, я так понимаю. Что? Ага. Ломаем. Погоди, сколько мне дало? Что я не понял. 100 тысяч? Это нормально? Странно. Да, кстати, ребят, в игру я в эту играю первый раз. До меня тут кое-кто играл. Ну, в смысле, с моего компьютера. То есть игру я установил сколько? Ну, сейчас у нас что? Сейчас у нас воскресенье. А игру я в субботу поставил. К сожалению, в субботу не нашлось времени. Ох. Поэтому мне как-то странно. Кажется, что... Что 100 тысяч мне дали очень даже много. Не знаю, может быть, конечно, это баг, а может быть... Нет, ну мы же начали новую, да, игру? Да. В общем, не знаю. Посмотрим, что да как. Может быть, конечно, тут и по миллиону какие-нибудь, я не знаю, апгрейды или что-нибудь стоит. Так, что у нас тут вообще есть? У нас тут интересный город. Так, ну что, давайте спускаться. Мадама, вставай. Молодец. Вот знаете, наверное, самый непонятный лично для меня
постапокалипсиса, так когда вот все очень зелено-зелено. Ты говорит, не мог бы помедленнее? Так, у нас тут вообще все прям заросло травой. Я так понимаю, это да, это Нью-Йорк. С кучей американских флагов. See that smoke over there? That's where the slave ship came down. А, ты видишь, ты говоришь, дым. Походу, туда корабль приземлился. Надеюсь, груз уцелел, который там был. It's the only way I know how to cover 300 miles. Two wheels and an engine. Короче, он ей сказал, что я надеюсь, что мой байк уцелел, а на нем два колеса и мотор. Это все, что нам надо. Нам же, говорит, 300 миль топать. Это пешком там мы же не пойдем. Так, вон там дерево прям растет на небоскребе, интересно. Это, видимо, чей-то, не знаю, спатифилус какой-то переросток. Такси фирменное, нью-йоркское. В общем-то, все дела. Мне интересно, на чем этот дом держится? На добром слове? Или вот этот. Ладно, ладно. Иду. Снайпер. Что-то он не похож на снайпер. Укрытие. Когда я тебе подам сигнал, ты бежишь обратно. Хорошо? Нет, говорит, я не смогу. Делай, что я сказал. Нет. Короче, говорит, надо его как-то выманить. Ау. Тихо. Взгляд. Так. Это даже не тот еще на такой какой-то. Я, конечно, не знаю. Скорее всего, просто кто-то. Кто-то тут поигрался с моим компьютером. Ко мне дома не было. Это реально, это взгляд Александра Пушного. Просто перекачанного Александра Пушного. Ау! Больно? Вроде как разобрались, да? Со всеми? Вроде да. Если я тебе говорю, значит делай. Если я тебе что-то приказываю, значит ты это будешь делать. В срочном порядке. Ладно. Я поняла. Знаете, такое типичное, как бы это сказать-то, типичный тандем персонажей, то есть, по сути, парниша, который привык ко всем, не знаю, тяжбам постапокалипсиса, по сути, выживания, и дамочка, которую, по сути, вырвали, ну, не знаю, из домашней какой-то жизни. Так, что? Let's go. Okay. Ну, пойдем. Так, что у нас по времени? А по времени, в принципе, ребята, давайте на этом закончим. Так, я думаю, нам сюда. На этом, я думаю, мы закончим.
Насчет прохождения этой игры не знаю. Во-первых, я после первого взгляда обязательно удостоверюсь, что не было у меня тут никаких, грубо говоря, накруток, потому что не хочется, чтобы потом оказалось, что у меня тут какие-то, не знаю, приколы из приколов в игре выползли. Потому что на самом деле странно, как-то миллион очков каких-то неоткуда-то, враги какие-то довольно слабенькие, причем что они лупасят меня со всей силы. Даже не знаю. Ну, скорее всего, тут просто некоторые самознаи поиграли, пока меня не было. Вот, так сказать. Первыми опробовали игру. Но это дело как бы уже такое житейское. Ну, в принципе, что хочу сказать по игре. Пока что, ну, мы ее попробовали. Пока что мне все понравилось. То есть есть какая-то сюжетная такая зацепка очень интересная. Не знаю, как будет дальше, но я думаю, будет интересно. Так, что Protect Your Home? И там роботы нарисованы. Отлично. Так, насчет дальнейшего развития в этой игре и вообще развития сюжета я не знаю, как тут пойдет, но мне кажется, будет только интересно, интереснее. А пока что в целом могу сказать, что, ну, динамика у игры есть как-то. Пока что она мне больше всего напомнила именно Uncharted. То есть вот именно как-то постоянно вот это движение, постоянная динамика событий, хорошая такая, как бы сказать, харизматичность персонажей, что ли. Ну, правда, пока что на начальных этапах, но вот на начальных этапах то, что мы посмотрели, мне все нравится пока что. Не знаю, может быть, конечно, игру под конец испортит, как это сделали с фильмом «Разделитель», когда первую половину ты смотрел и думал, что вау, круто, здорово, а вторую ты смотрел, там уже хотелось режиссера, не знаю, окунуть вот в унитаз головой, переполненный какой-нибудь, знаете, забитый вот так вот, головой сунуть и так и оставить. Как-то так. Ну, в принципе, все, я думаю, на этом первый взгляд можно завершать. Надеюсь, вы с игрой познакомились, кто с ней не был знаком. А кто был знаком с ней по консольной версии, посмотрели, что на ПК она вышла, в принципе, довольно-таки неплохая. То есть, графически, FPS, вот сколько у меня, допустим, на записи у меня было где-то 50-40, то есть не меньше. Картинка глазу приятная, анимация достойная. Опять же скажу, сюжетная завязка мне чем-то даже понравилась. Хотя я не любитель вот таких вот постапокалиптических игр, то есть я как-то больше за такие как Fallout и тому подобные вещи. Или, например, State of Decay, там, скажем, или Days. Мне как-то больше по душе именно такое. Ну, время покажет, что будет с этой игрой в дальнейшем. А пока что, сюжет вроде как и есть, интересно. Графика. Звезд с неба не хватает, но приятно глазу. Саундтрек, ambient. Ну, музыка, в принципе, хорошая, динамичная, как раз-таки под стать ситуации. Ambient, ну, в принципе, пока что мне нравится. То есть, звуки сделаны качественно. То есть, тоже стоит это отметить, потому что в некоторых играх нынешних и этого нету. К сожалению, несмотря на то, что на дворе 2013 год. Некоторые разработчики об этом забывают и думают, что все еще лихие 90-е или 89-й год. Ну да ладно. Всем большое спасибо за внимание. С вами был Павел. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вам понравилось. Если не понравилось, лучше ничего не ставьте. Всем большое спасибо еще раз за внимание. До новых встреч. Увидимся. Пока.